Здравствуйте. Как возникает необходимость защитить свои границы? Когда? Как это делать? Спокойно, дабы избежать новых переживаний при необходимости стоять себе кулаком, кулаком или оружием. Но это мужчина писал, да. Представим, других вариантов нет. Ведь для защиты нужно перейти в возбужденное состояние и получить энергию. Нет. Для защиты можно перейти, оставаться в совершенно спокойном состоянии. Есть такой прием, психологическое айкидо. Это когда на вас нападают, а вы вместо того, чтобы дать сдачи, вы подхватываете нападение и как бы усиливаете его. То есть, например, там на вас нападает мама, сказать, да ты там всегда останешься одна. И сказать, да ты, сказать, тебе мозгов нету, там что-нибудь такое. Подходит, говорит, ой, мама, как ты права. Вместо того, чтобы сказать, на себя посмотрели, что-нибудь там отстанет меня. Говорит, ой, мама, как ты права? Нет, на мозги, мозгов нету. Я ходила на рентген, просветили, вообще, говорят, извилин нету. Представляешь, как у меня получилось? Я такая глупая, такая тупая совершенно, даже не понимаю, как я живу до сих пор. И дальше, как бы она ждет ответа от вас, вы подхватили, сказать, и усилили. И она теряет человек, сказать, и не получив ответа, соответственно, нить борьбы теряется. Поэтому иногда можно вот использовать что-то подобное. То есть прием, если на вас пытается напасть, то вы просто, значит, усиливаете сигнал и говорите по отношению к себе это. Вот. Но единственное, конечно, что нужно контролировать рептильный мозг, чтобы он не выскочил и не дал сдачи, пока вы только начали думать, а он уже отключил ваши мозги. Потому что когда рептильный мозг включается, он повышает энергетику, при этом наш разум выключается. И мы не можем ничего осознанно сделать. Ну, когда вы хорошо почистите, рептильный мозг будет знать свои какие-то границы, где он будет функционировать, и тогда вы вполне осознанно будете вести защиту своих интересов путем переговоров. Это не просто, я знаю, все равно там какие-то переход на повышенные тона есть, но, тем не менее, вы себя сдерживаете и позволяете вашему оппоненту, так сказать, проявить себя всячески. Ну, а дальше вы потихоньку, значит, отруливаете свои позиции. Не сейчас, а может потом. Да-да-да-да, киваете головой, потом делаете просто по-своему, это возможно, и так далее. Учитесь. В общем, это нужно. Вот совершенно новый способ общения. До сих пор вы жили в ситуации, так сказать, выяснение отношений силовым путем. Теперь вам нужно искать новые способы.